30 августа в Киеве возле посольства Королевства Бельгии активисты украинского выбора провели очередную акцию «Пикет Украине. Православно-славянские ценности». Имперский союз, Европейский союз под предводительством Бельгии и штаб-квартирой в Брюсселе постоянно оказывают давление на нашу страну, на нашу внутреннюю политику. Поэтому мы, общественное движение «Украинский выбор», пришло сюда выразить протест той политике, которую навязывает Европейский Союз. Поводом для акции послужило непрекращающееся вмешательство еврочиновников во внутреннюю политику Украины. Общественное движение «Украинский выбор» выступает в защиту православно-славянских ценностей, в защиту семьи как базового социального института. Недавно еврокомиссар Штефан Фюле вызвал на ковер лидеров наших парламентских партий Техніблока, Яценюка, Клюєва, а также Кличко. Так, для того, чтобы они отчитались, как они проводят европейскую интеграцию, мы пришли сюда выразить свой протест. Мы пришли сюда выразить то, что украинский народ против сближения с Европейским Союзом. И нам неприемлемы те порочные ценности, которые навязывают Европейский Союз, то, что они вмешиваются во внутреннюю политику нашей страны, а также что договор об ассоциации, который Европейский Союз сейчас лоббирует, чтобы мы скорее его подписали и навязали вот этот экономический кабальный договор, мы не приемлем и мы против этого.